Пудовые снаряды им нипочем. В селе Яльчики мерили силы тяжелоатлеты из поволжских регионов. Именно здесь отгремел второй республиканский турнир по гиревому спорту. Призы для его победителей учредил председатель Государственного совета Чуваши Юрий Попов. В прошлом он и сам был гиревиком, завоевал титул мастера спорта. Впрочем, и сейчас депутат старается не отставать от молодых. В этом убедились мои коллеги Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. На земле русской еще не перевелись богатыри. Это вновь показал турнир по гиревому спорту. Помериться силушкой на нем решили более 200 участников. Не только маститые спортсмены, но и начинающие. Таких масштабных соревнований яльчики не принимали давно. Символично, что проходили они в ФСК под названием «Улоп», что в переводе с чувашского означает «богатырь». Первым на ковер вышел сам виновник торжества. Гиря в его руках необычная, золотая. Такой оригинальный подарок Юрию Попову преподнесли гости из Кирова. Пудовым снарядом он словно жонглировал, подкидывал груз только одной рукой. А титулованного гиревика не отставали и молодые спортсмены. 3, 2, 1, старт! Одним из триумфаторов турнира стала 20-летняя Вера Николаева. С виду хрупкая девушка подняла тяжелую гирю 138 раз. Хотя, признается участница, для нее это далеко не лучший результат. Я 2 дня назад больше делала. Сегодня что-то не очень пошло. Там я сделала 143. Гиревым спортом девушка увлекается давно и говорит, что это семейное. Пудовые снаряды тягают ее братья и даже мама. На турнире все они поднимались на пьедестал почета. Мужчинам выпало непростое испытание. Гири они поднимали от груди. Многие атлеты в этом виде спорта делают только первые шаги. Хожу на тренировку 2 года уже. Ну, нормально пока у меня получается, удачно. Занимаю 2-3 места. Ну, бывает первые иногда. В непростой борьбе большинство наград собрали хозяева турнира. Жители села на пьедестал почета поднимались особенно часто. Гиревой спорт здесь развивается стремительно. Видимо, многим не дает покоя слава уже прославленных земляков. Так уж получилось, но понятие гири в Яльчиках уже давно стало самым популярным видом спорта. Именно отсюда вышло 20 мастеров России. Турнир на призы спикера Госсовета Юрия Попова прописался на его родине всерьез. В следующем году соревнования пройдут именно здесь. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.